Добрый день, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Сегодня продолжим ряд видео по подготовке и приготовлению напитка из щепы яблони, точнее из веток. Выложив первое видео, кто не видел, будет ссылка в конце. И разместив его в некоторых группах ВКонтакте, получил кучу комментариев. Приятных, бесполезных, просто кто-то что-то говорил. Но ряд я выбрал, ответил. И как люди советовали, я убрал сердцевину, потому что в одном из комментариев было сказано, что она дает горечь. Убирал, ну, разделить несложно. Убрал вот везде сердцевины, подготовил вот такую горочку. Также в комментариях было предложено карамелизировать при помощи сока. Ну, вот купил три разных сока. Вишня, яблоко, виноград, апельсин. Их на их основе буду проводить карамелизацию. Сейчас на полчаса прокипячу их просто в воде, а потом буду делать это все с соком и добавлением сахара. Прошло 15 минут, кипят наши брусочки в простой воде. Это для того, чтобы, ну, лишнюю гадость смыть с них, грязь. Просто напитать немножко водой. После выворки мы их немножечко просушим и будем карамелизировать. Пока вывариваются брусочки, хотел бы поделиться информацией по сайтам. Во-первых, для всех начинающих винокуров очень сильно рекомендую сайт Азбуки Винокура. Здесь рецепты сахарной бради, бради на кодзи, односолодовые, облагораживание идут настойки. Сайт простой, понятный для простого обывателя. Рецепты, выдержки в бочках, как что делается. Также имеется список производителей аппаратов. Далее. По самогонным аппаратам в группе «Контакты» есть вот такая вот группа «Самогонные аппараты и комплектующие». Здесь Анна, они сами производят данную продукцию. Цены, как вы можете посмотреть, вполне адекватные. Дубовая бочка за 3500, ну, мне очень сильно понравилось. Данное выкладываю, потому что видео не только предназначено для группы ВКонтакте, но для сети YouTube, интернета. Чем больше людей увидит, тем лучше и данным производителям, данным людям, которые заинтересованы в том, чтобы люди пили качественные алкогольные напитки. И самую еще интересную группу хочу показать. Это Алкофан. Рецепты хорошего настроения. Также есть видео на YouTube, выложенное Дмитрием. Здесь очень много. Люди делятся, спрашивают советы. Им все рассказывается подробно. Идут дискуссии по всем этим вопросам. Также Дмитрий периодически выкладывает неплохие рецепты закусок. Приготовление в домашней коптильне. В общем, очень-очень много всего интересного. Рекомендую посмотреть. Итак, прошло полчаса. Мои палочки выварились. Вот такой
цвет получился водички. Вот палочки немножко подсохли. Сейчас будем их карамелизировать соком. Сок я буду добавлять порядком 100-150 грамм сахара, карамели. И посмотрим, как это будет все происходить. Чтобы ускорить процесс, и пока не видит жена, что я творю с ее кастрюлями, я сразу же поделил приблизительно равное количество брусочков по кастрюлям. И в каждую сейчас мы нальем свой сок. Ну, сюда мы добавим апельсин. В большой будет яблоко, виноград. И в этой будет у нас вишня. Цвет какой красивый. Сейчас добавлю сахар 100-150 грамм. Думаю, достаточно. И будем варить минут 30-35. Пока прервуся. Как-то вот так вот. Ну и последнюю вишенку. Сейчас ставим на огонь и кипятим на медленном огне, как я говорил, минут 30. Итак, виноград у нас кипит, вишня тоже, а вот апельсин с мякотью как-то вот он не особо хочет закипать. Ничего, подождем, сейчас засеку время 30-40 минут и пускай напитываются. Ох, и под офигею я отмывать. Наша карамелизация подходит к концу. Прошло 40 минут. Сейчас мы выключаем. Я думаю, что пускай постоит, остынет все это дело до полного остывания соком. Ну, что-нибудь придумаю, достану и посмотрим, как наши деревяшечки от яблони будут выглядеть. И вот наша щепа готова. Это у нас апельсин, вишня и виноград. Для сравнения положим вот так вот их рядышком. Ну, я бы не сказал бы, что шибко отличаются друг от друга. Можно перепутать. Запах по квартире обалденный. Палочки сладкие. Пока беру их, руки аж прилипают. Ну, на этом все. Всем большое спасибо. До новых встреч. Ставьте пальчик вверх, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Ссылки на группы, которые были рассказаны в середине видео, будут внизу под данным видео. Еще раз всем спасибо.
Не пропустите новое видео, как будем делать настойку из этих брусков.